Привет, друзья! Сейчас последние настройки киностудии Warner Brothers and Company. Сейчас к нам присоединится Лариса Иванова. Какой-то куст у меня на голове. Ну-ка, подвиньте чуть-чуть. Я тоже заметила. Привет! Прекрасно. Так, опять куст. Ларис, давай, садись ко мне ближе. Да, потому что, да, мы должны свои постройневшие тела и физиономии поместить в эту камеру. О, отлично. Так, мыша где? Вот он. Так, замечательно, друзья. Пока подключаются друзья, партнеры, мы начнем такое тестовое вещание, чтобы проверить звук, свет, газ, все проверяйте, как вы себя чувствуете, как вы нас видите. Значит, друзья, вспоминаем, что мы умеем уже пользоваться чатом, да, справа, снизу, там у кого какой девайс. Найдите, пожалуйста, чат, сейчас я вам напишу приветствие. Привет всем. Вот, ловите это в чате, где-то должно отобразиться. Здесь мы отвечаем на вопросы, участвуем в наших диалогах, обмене мнениями и так далее, для того, чтобы наши... Так, Лариса, все, это уже прямой эфир. Да. Для того, чтобы наше общение было максимально полезным, для того, чтобы была обратная связь с аудиторией, пожалуйста, ваши вопросы в ходе эфира мы отвечаем всем здесь, прямо сейчас. Кто формулирует дольше, позже, пожалуйста, в комментариях под этим видео, буквально через пару минут после завершения эфира, это будет видео опубликовано на моем канале Виталий Кадыров, свободный путешественник, каждый может оставить там комментарий, поставить лайк, если нравится, дизлайк, если не нравится. Помним, что мы всегда оставляем следы в интернете, мы не пассивный слушатель, мы активный участник процесса. Поэтому всегда учитесь выражать свои мнения. Нравится, пишите что-то хорошее, не нравится, пишите свое мнение. Это нормально, друзья. Итак, пишем в чат, как мы видим, слышим. Попросим Ларису Иванову на модном девайсе сейчас. Заходи по ссылочке, Лариса, со своего мобильного телефона. Будешь модерировать чат сегодня по совместительству. Ничего, включи. Легким движением руки. Итак, друзья, сегодня я, Виталий Котляров, свободный путешественник, Катерина Кабанец. Мы находимся легким движением руки из Киева через Белгород-Днестровский в Ростове. О, Белгород-Днестровский, господи, просто Белгород, друзья. Белгород-Днестровский, потому что Майя Гойман не выходит из моей головы. Вот. Да. Горячо, любимая. И на самом деле сейчас мы находимся в экспедиции, наш вот передовой экспедиционный корпус сообщества свободных путешественников. Сюда вот вы входи в YouTube. Нет, там не надо. Там у меня рыбу заворачивают, там ноты. Вот. Мы выехали позавчера из Киева, доехали, благополучно минули границу в области, в районе Харькова и уже спали в Белгороде. Утречком в Белгороде мы проснулись и направились в сторону Ростова по шикарной трассе Ростов-Дон. Отправились в Ростов и уже вечером встречали... Как он называется? Лен-дворец? Лен-дворец, да. Лен-дворец. Очаровательную девушку, 17-летнюю школьницу Ларису Иванову, которую невозможно было узнать без... Да, это она, вы не поверите. Узнать без паспорта, да, было невозможно, пришлось идентифицировать личность. Вот. Ну и, конечно, Катерина проложила курс не на базу к холодильнику, а поехали на соленое озеро. Вот. Интимные фото в закрытом чате. В общем, купались вчера, да, кормили комаров, все как положено. Через кровопускание оздоравливались. Это было вчера. Сегодня у нас целый день прошел в планировании, чистили перышки, вот, собирались с духом. Я даже почти сделал презентацию, но буду подглядывать слайды, к сожалению, не до конца я подготовил. Но структура презентации, структура сегодняшней нашей встречи, не будем говорить, что это презентация банальная, нет. Это общение с вами. Это общение с друзьями. Ну и, конечно же, мы хотим в эти 20 минут
дать каждому из вас какую-то определенную пользу, чтобы вы вынесли какую-то суть, какое-то рациональное зерно из нашей встречи. Попрошу обратной связи, друзья. Вижу, что подключаетесь, пропадаете и так далее. Это нормально, так работает интернет, так устроена жизнь. Напишите, пожалуйста, в чат, если вы нас видите хорошо, если вы нас слышите, все ли нормально у нас с трансляцией, напишите. Если вы нашли чат. Да, если вы нашли чат. Если нет, то подумайте от нас, хорошо, мы вас услышим. Значит, если нашли чат, то напишите ваше имя, фамилию и в каком городе вы находитесь. Потому что в последнее время, за последние 3 месяца мы с Катериной более 20 тысяч километров проехали уже. Это десятки городов, это Россия, это Украина, это Венгрия, это, господи, что еще? Австрия. Просто звук. Да, Лариса установила связь, все нормально, мы в эфире, мы поняли, что мы в эфире. Вот. И везде, вы знаете, где мы бываем, мы предлагаем людям возможности. Мы предлагаем 2 возможности, ну, на самом деле больше, но вот в формате сегодняшней встречи мы поговорим о 2 возможностях, которые нам дает партнерство в клубе World Travel Club. Это передвижение по миру без границ, перемещение абсолютно доступное каждому посредством, передвижение на пике технологий, используя вот такие вот приборчики, вот такие вот смартфончики, которые уже плотно вошли в нашу жизнь. Дубае купила. Да, вот Лорик в Дубае купила. Вот, потому что вообще где хочет, там и ездит. Вообще без присмотра ее оставлять одну нельзя. Вот. И это планшеты, это все маленькие вот эти вот штучки, которые упрощают нашу жизнь, да. Вот сейчас на пике вот таких онлайн-технологий можно, друзья, путешествовать. Туризм – это одна из самых таких перспективных ниш. Это как компьютеризация, да, это как остальные перспективно развивающиеся сферы экономики, они развиваются очень бурно. И сфера туризма сейчас наполняется программным обеспечением, которое максимально упрощает путешественнику найти отель, купить страховку, купить авиабилет, купить билет на какой-то там футбол, хоккей, Папу Римского, я не знаю, Нотр-Дам-де-Пари, что там еще? Да, Молен-Руж, что-то о Франции, да. Вот, это может быть Эрмитаж, это может быть Лувр и так далее. Купить, что там еще, билет на поезд, билет на автобус по Европе, ну и многие-многие другие туристические. Получить массу информации, пообщаться в сообществе с себе подобными друзьями, коллегами, такими же освобожденными и необремененными путешественниками, как мы являемся сами. Вот. И отправиться в путешествие буквально в любой день, даже если это суббота, даже если это воскресенье, даже если закрыты турагентства, не надо ни у кого ничего уточнять. Собрались в компании, поговорили на футбол, на Леди Гагу, куда-нибудь на паром, на круиз, да пожалуйста, на пляжный отдых, восхождение, погружение, все что угодно, друзья, все у ваших ног, весь мир у ваших ног, и все это помещается вот в таком смартфончике, как я показывал, или в планшетике. Это удобно, это современно, это популярно, это модно, это эффективно, это классно. В этом заключается, друзья, вкус жизни. Когда человек один раз такое попробовал, он просто не в состоянии от этого отказаться. А если вы стали одним из нас, то вы не в состоянии этим не делиться с людьми и не можете уже отказаться от возможности давать им шанс в жизни испытать те же самые эмоции, которые мы испытываем сами. Поэтому, друзья, вот один такой большой глобальный фрагмент – это путешествие без границ по всему миру. Нас ничего не обременяет, ни наличие или отсутствие денег, ни наличие или отсутствие времени, ни выбор направления, ни выбор компании, команды. Мы отдыхаем, мы обучаемся, мы зарабатываем деньги, все что угодно. Вот, кстати, о деньгах – это уже 2-й пункт нашей программы, друзья. Это возможность для нас, как вот физических людей, простых смертных, приобщиться к глобальной индустрии в сфере международного туризма. Кто хочет заняться этим профессионально, может приобрести франшизу международного онлайн-туроператора и стать круче, чем Booking, круче, чем Каяк, Агода, Тест-тур, Островок, чего хотите. Опять же, это все очень технологично, это все очень современно, это с использованием самых последних писковых технологий онлайн, это чат-боты, туннельные продажи, автоматизированные воронки продаж, аналитика, статистика, финансы,
Все вам доступно, понятно, упрощено для пользователей максимально. Не надо иметь 7 пядей во лбу, не надо компьютерной грамотности. Надо пройти минимальное образование в кругу себе подобных людей, обучение, нажимать простые кнопки, получать очевидные результаты. Вот, и это короткая дорога к успеху. Если мы говорим о бизнесе, то это, конечно, время и деньги. Самая дорогая валюта – это наше с вами время, друзья. На бизнес надо желательно тратить максимально меньшее количество времени и получать максимально существенные результаты. Все очевидно, проще и просто. Так вот, построение бизнеса и участие в бизнесе от клуба World Travel Club как раз нам позволяет с вами минимизировать наше время и получать максимальные результаты с удовольствием, удобно, в любой точке планеты и так далее, и так далее. Вот, работая в том ключе, которым нам предлагает клуб. И мы на себе почувствовали, что весьма существенные деньги можно заработать за 15, 20, 30 минут и сделка. 15, 20, 30 минут, и наше сообщество пополняется новыми партнерами, которые в свою очередь пользуются туристическими продуктами, а клуб нам платит весьма существенную компенсацию. За такие деньги люди месяцами работают на достаточно тяжелой работе. Ну. И это тоже как бы проверено и на себе, и вот партнеры сидят рядом со мной, не дадут соврать, и те, кто по ту сторону телевизора находится, тоже уже получали вознаграждение моментально на карточку AdvoCash, ePayments. Это совершенные платежные системы, современные, онлайн, которые находятся вне зоны какого-то государственного, скажем там, контроля. Это абсолютно ваши действия, деньги, которые доступны вам в любое время, круглосуточно, круглогодично, в любой точке мира, где бы вы ни находились. Хотите обналичить, пожалуйста, хотите купить услугу или товар, пожалуйста. Все официально, бизнес по белому, компания зарегистрирована в Лондоне, официальная регистрация, адрес, реквизиты платежные, счет в банке, все как положено, желающие могут на портале ознакомиться. Вот такой вступительный, как бы, вступительное слово. Почему? Потому что на эту трансляцию, она открытая, друзья, это не командное сегодня мероприятие. Поскольку мы общаемся с огромным количеством людей, мы много двигаемся и очень много контактов, есть кто-то, кто сразу, вот у людей мышление предпринимателя, и человек моментально ориентируется и говорит, да, я хочу быть с вами, я хочу быть таким, как вы, я хочу быть лучше вас. Вот, и человек моментально присоединяется к нашему сообществу на разных условиях, есть там возможности и так далее. Кто-то говорит, мне надо подумать, кто-то говорит, мне надо попробовать, кто-то проклевывается через неделю, через месяц и так далее. Но мы даем этот шанс каждому, друзья, каждому хотя бы попробовать. Вот. Поэтому здесь ребята и девчата, те, с кем мы когда-то встречались, общались, это может быть Россия, это может быть Украина, это может быть Венгрия, это может быть Австрия, неважно. Вы нас видели, вы нас знаете, и только таким образом, через нашу партнерскую ссылку, через наше приглашение, как уже состоявшихся членов клуба, можно попасть в это закрытое сообщество. Оно закрытое не потому, что это там орден тампельеров, нет. Просто те преференции, те возможности, которые мы получаем, их нельзя выкладывать в открытый доступ в интернет. Этот нельзя показывать вот в открытой жизни, иначе мы просто сломаем рынок. Тогда на нас серьезно начнут обижаться там туристические агентства, туристические операторы, что мы у них забираем последние корки хлеба с этой жизни. Все, каждый имеет право на жизнь, у каждого свой хлеб. Но внутри нашего сообщества мы этими преференциями пользоваться можем. Поэтому оно закрытое. Хотите на таких условиях зарабатывать деньги, путешествовать, личностно расти, развиваться, улучшать свое здоровье? Вот посмотрите на прекрасных школьниц, которые меня сегодня окружают. Такое ощущение, что я опять директор школы. Мы еще не видели, как мы танцуем. Да, то есть у вас впереди много интересного. Мы еще 2 дня в Ростове, еще 3 дня в Пятигорске. Вас ждут прямые эфиры, так что готовьтесь, вас ждет много интересного и необычного. Да. Вот. Поэтому, друзья, это шанс, это возможность для каждого из нас, из вас. И каждый может с очень низким порогом, если мы говорим о деньгах, временными затратами вступить в это сообщество в наше.
и попробовать на себе. Если это резонирует, если эти вибрации где-то проходят через ваше сердце, через ваш ум, через вашу душу, welcome, добро пожаловать. Если никаких эмоций не возникает, ну не всем же дано быть там предпринимателями, бизнесменами и так далее. У каждого своя роль в этой жизни, своя миссия рода и так далее. Вот. Поэтому если это вам близко, если это захватывает дух, значит вы себя найдете здесь и реализуете. Это я вам гарантирую 1000%. Если нет, поберегите свои деньги, поберегите свое время и ни в коем случае не вступайте в сообщество свободных путешественников. Ни в коем случае. Да, вам будет легче и проще жить, живите своей жизнью, но вам это не нужно абсолютно, да. Но уж коли вы, так сказать, присоединились, значит, готовьтесь к торнадо, которым вас подхватит буквально в первую секунду и унесет в такие дебри и высоты, которые вы даже не предполагали, что такая жизнь существует. Вот. Особенно если с нами свяжутся. Ну, как бы да. Собственно говоря, те, кто смотрит этот эфир в записи, вы под этим видео, да, под этой трансляцией найдете ссылочку на нашу команду. Мы все как бы дети Ларисы Ивановой. Она наш самый, да, верхнестоящий, главнодоминирующий и прочий информационный спонсор, наставник, партнер. И благодаря Ларисе я уже вот во второй интересный проект попал, касаемый онлайн-туризма. Я ей очень... Вообще человек мира, котиров. Да. Я ей очень признателен и благодарен, потому что, вы знаете, даже секундная встреча в жизни может кардинально поменять судьбу каждого из нас. Слава Богу, что я находился в Тунисе, Лариса находилась на связи, вот, и мы так вот, собственно, через тысячи километров и познакомились и подружились. А теперь уже так сложилось, что мы нашу жизнь просто друг без друга не представляем. Когда я путешествовала 3,5 месяца, да, и мы с тобой все это время общались, когда я была одна в Таиланде, на Бали, вот везде, когда мне было иногда там, ну не хватало мне подружки. У меня друг появился, Виталька, который меня очень поддерживает. На самом деле, друзья, вы знаете, вот у нас каждый партнер, каждый человек – это личность, это вселенная. Вот можно делать отдельный эфир часа на два по Ларисе Ивановой, по Катерине Кабанец. Ну, Виталий Котляров скромно остается голосом за кадром. Вот, хотя тоже есть что рассказать и о чем поделиться. Но меня и так слишком много в прямом эфире, и меня так слишком много на YouTube. Поэтому кто хочет, тот зайдет и почитает, и послушает. И я уверен, что каждый из вас тоже это отдельный мир, отдельная вселенная. И вот как раз задача клуба – это ускорить вот эти вот ваши, раскрыть ваши таланты, понимаете? И вы сами даже не представляете, насколько вы уникальны, насколько вы непревзойденны, насколько вы величественны и сколько у вас всего. И вот как раз задача сообщества – это подчеркнуть, это раскрыть и приумножить. Поверьте в себя сами, начните с этого простого, и вы никогда не будете таким, как прежде. Хорошо, двигаемся дальше, друзья. Итак, мы остановились на том, что нас уже становится много. За 3 месяца в клубе только у меня 76 партнеров, из них более 45 приглашены моими партнерами. То есть 30 человек – это моих личных приглашений, а 45 – это уже партнеры пригласили еще партнеров. То есть наше сообщество растет, это интересно, это модно, это захватывающе. Это хобби, приносящее доход. Ну, можно и так сказать. Вот, поэтому нас много, и все мы на разной стадии, на разном уровне развития, и социальной, и статусной, и финансовой, и компьютерной грамотности. Все мы разные, друзья. И вот нам надо как-то вот объединиться вместе, чтобы наши все шестереночки вот так вот сошлись, вот, чтобы мы научились друг друга понимать, друг друга чувствовать, смотреть в одну сторону, дышать одним воздухом. Я уверен, что это можно, потому что мы все, в принципе, одинаковые по сути, по своей. И нас сплачивает такой мощнейший цементирующий фактор, как путешествие, как туризм, как бизнес онлайн, как личностный рост, как здоровье. Это все жизненно важные вот такие категории для каждого человека. Ну и для нас, безусловно, тоже. Поэтому наша задача, как лидеров, вот и Ларисы в первую очередь, меня, Катерины, которая тоже вот за эти месяцы очень сильно выросла, она развивалась немножко в другом направлении, в сторону духовных практик. Сейчас она постигает совершенно другой мир, мир бизнеса, мир переговоров, мир онлайн-общения и так далее. Мир путешествий, да.
Вот, и мы очень благодарны, что есть такой сервис Google Фото, который может структурировать наши фотографии, наши передвижения, потому что, честно говоря, можно в этом просто заблудиться. Это калейдоскоп такой, с такой интенсивностью, что это, конечно, вот, очень круто. Так вот, наша задача каждого из вас, если вы приходите в клуб для путешествий, мы должны вам дать те инструменты, которые есть сейчас онлайн на портале бронирования World Travel Club, чтобы каждый из вас мог себе выбрать точку на карте мира или сложный маршрут составить на месяца 2, 3, 4, 5, вот как мы путешествуем, и отправиться в это путешествие с бронью отелей, с авиаперелетом, с билетом в кармане, со страховкой, со стыковками там на разные виды транспорта, это может быть автобус там и так далее, и так далее. Поддержка сообщества. Да, обязательно. С полезными советами. Вот Лариса абсолютно, вы знаете, друзья, она просто натерпелась, ну, в хорошем смысле этого слова. Она месяцами путешествовала настолько вдали от дома, это десятки тысяч километров. И когда человек не чувствует себя одиноким, когда он может связаться, попросить помощи, попросить денег, попросить совета, доброго слова. Я денег не просила, я еще вернулась с деньгами, я заработала. Я не про тебя говорю. Ну вот тот же горячо любимый Олег Быков, я знаю, что у них была ситуация, когда они летели в Азию с Дианой через Мюнхен. И помните, была такая напряженность определенная, когда вот начали вводить санкции и отказывались европейские банки обслуживать российские карты. И вот они в аэропорту Мюнхена просто не могли воспользоваться своими деньгами. Я с ними в тот момент был. Вот. Ну это же было, Лорик, правда? Мы ночевали в аэропорту. Вот. Ну вы вышли из этой ситуации? Да, просто мы, да. Мы не ожидали, что так получится. Вот. Поэтому и много-много, конечно, вы поймите правильно, что мы живем в путешествиях. Мы не раз в год ездим в отпуск, а мы раз в год приезжаем домой поменять вещи, там, переложить сумки, посмотреть на родных, близких, там, родителей и так далее. То есть у нас все наоборот. Мы живем в путешествии. У нас такая концепция нашей жизни. Мы развиваемся в путешествии, мы дружим в путешествии, мы любим в путешествии. Вот. Помнимся. Да. Это все, вот наша жизнь, это движение, это поездки, это калейдоскоп событий, это новые люди, и нас это, конечно, заводит. Вот Лариса говорит, что это наркотик, вы понимаете, это, я не знаю, как они выглядят, это полезный, наркотики. Полезный для здоровья, да, это кайф. Но это настолько заводит и настолько уводит вообще в такие высоты и в такие дали, что от этого просто невозможно отказаться. Поэтому, к чему я все это веду? К тому, что наша задача, чтобы каждый из вас пришли на путешествие, мы должны вас научить, как это делать цивилизованно, грамотно, эффективно. Да. Если вы пришли в бизнес, значит, мы должны вас в этом бизнесе запустить вас, чтобы вы могли стартовать эффективно. И если вам предлагают бизнес онлайн, в котором вы можете заработать через полгода, через год, бросьте в этого человека камнем или в этот монитор, который вам такое предлагает. Вот. Значит, сегодня жизнь очень динамична, бизнес еще более динамичен. Бизнес онлайн – это вообще со скоростью передачи информации работает. Поэтому мы говорим так, утром информация, в обед действия, вечером деньги. На следующий день утром новая информация, новые действия, новые деньги. И если вы вложили $55 или $300 вот в наш проект, там $355, вы через неделю-две должны эти деньги вернуть себе, а то и раньше. А до конца месяца еще два раза по столько же заработать. И через месяц-два вы должны выйти на уровень дохода хотя бы 1-2 тысячи долларов. Ну, для россиян это сколько? 150-200 тысяч рублей. Вот. Для Украины это сколько? Ну, хотя бы 50-70-100 тысяч гривен. В нише туризма крутятся колоссальные деньги. И благодаря клубу мы имеем доступ к этому финансовому ресурсу, к этим колоссальным оборотам мирового масштаба. Мы можем... Классно, что в нише туризма дружат все народы. Да. И что Россия плюс Украина – дружба. Да, вот у Лорика есть такой пунктик, да. Она говорит, и валюту общую выпустим. Вот. На самом деле, друзья, действительно, нас, вы знаете, может, ну, конечно, материальные вещи тоже сплачивают, потому что, ну, бизнес есть бизнес, надо как-то жить, да, жить хорошо надо, но очень много духовных точек соприкосновения, несмотря ни на что, как бы там политики чего ни делали, как бы чего ни говорил телевизор,
Тем более в нашем бизнесе это можно всегда приехать в любую точку и посмотреть все своими глазами, и поговорить с своими людьми без всяких телеков, без всяких зомбирований и прочего. Понимаете? Хотите посмотреть, как в Украине, берите свою попу и приезжайте в Киев. Мы вам покажем Киев, Львов, Мукачево, Одессу. Ну как, попа — это самое главное. Билл Гейтс сказал, что между попой и табуреткой, если не отрывать, доллар не проскочит. Да. Все мысли начинаются с нашего заднего места, которое любит комфорт, диван, кресло, автомобиль, лифт и так далее. Вот. То же самое. Вот мы, пожалуйста, хотим сформировать свое мнение. Мы сели в автобус, поехали в Москву. 2-3 раза поехали в Москву, пообщались с партнерами, с новыми друзьями, посмотрели. Ну кто меня, что может убедить, если я сам видел своими глазами? Общался с москвичами, ходил по этому улице, поехал в Рязань на выпуск выпускников Рязанского военного училища связи. 30 лет уже как Котлеров выпустился, стал офицером вооруженных сил Красной Армии, да? Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Вот Катерина ездила, смотрела на этих полковников и генералов, моих этих однокашников. Какими дурачками они были, такими и остались. Но ничего не поменялось. Вот. Но это вещи, которые забыть невозможно. Люди прослужили и в Африке, и в России, и по многим заграницам, и в спецвойсках. И сейчас продолжают многие там и в генеральном штабе. Вот. Да, все теперь любимые друзья. Да. И вот рассказываем. Он любя сказал. Ну, в хорошем смысле, конечно. Мы очень дружим. И это самые яркие воспоминания. Это юность. Это, конечно. Вот. Понимаете, и вот оттуда идет информация, идет общение, идет чистота разума, ничем не засоренный, не зашоренный ум. И позитив. И, конечно, позитив, безусловно. Но посмотрите на наши физиономии, как можно быть иначе. Мы постоянно обнимаемся, целуемся, говорим друг другу комплименты, смеемся. Вот, в Белгород-Днестровский приезжаем, что мы 5 часов смеемся, в Одессу смеемся, Одесса приезжает в Киев, смеемся, скоро в самолет садить не будут. Кстати, смехом можно качать пресс, я думаю, что еще? Да, да, и продлевать жизнь. Да. Вот. Поэтому, друзья, дальше пролонгирую свою мысль, делаю какие выводы. Значит, если в путешествии, значит, путешествуем цивилизованно, красиво, с компаниями, с удовольствием. Если бизнес, то делаем его динамично, возвращаем вложенные инвестиции и зарабатываем столько, чтобы хватало и еще оставалось. Вот. А как это делать при всей нашей вот этой разности, то, что я вам сегодня сказал, да? Ну, самый простой путь, это даже если вы хотите попробовать, если вы очень недоверчивы, есть люди такие, вы знаете, очень осторожно относящиеся ко всем новостям, ко всему, что заплывает в их жизнь, попробуйте 2 месяца партнерства в клубе, это стоит аж $7. Ну, это никому не больно, я думаю, мы тратим на всякие ненужные нам вещи гораздо большие суммы. 2 месяца партнерства в клубе позволяет вам пройти 2-месячный коучинг, там, обучение, да, в школе World Travel Club, которая стоит приблизительно, ну, я думаю, 1500-2000 баксов. Это целенаправленное обучение от состоявшихся экспертов здесь и сейчас. Это практический опыт, это все проходит в режиме практикума, то есть сначала объяснение, потом выполнение домашнего задания и обратная связь, коррекции, и следующее занятие, и следующий уровень и так далее. Это все доступно онлайн, это все доступно в записи, это все доступно в командой с поддержками партнеров, наставников. Это интересно, увлекательно. И мы, конечно, очень благодарны и Ларете Хачатурян, и Анатолию Мынди, и всем тем, и Майе Гойман, Оксаночке Бзовой. Но всех, кому мы знаем и не знаем, и многие же люди еще остаются за кадром, партнеры, и Виктор, техническая поддержка, Инна Гетман. Ну, кто-то озвучивает, кто-то участвует. Ну, это, понимаете, это плод коллектива. Людмила Львовне. Да, Людмила Львовне, да. Супер. Понимаете, кто-то создает, кто-то участвует, кто-то выражает свое мнение, там не остается равнодушным. Это, в общем, здорово. Поэтому в любой момент вы можете к этому подключиться, прокачаться там, где у вас слабинка. Не умеете вести переговоры, поучитесь. Не умеете продвигать через социальные сети. 1-2 занятия коротких, и вы уже становитесь профессионалом. Вот. И так далее, и так далее. Там и психология, там и деньги. И, ну, это очень классный сжатый курс. Вот. Для нашей команды, для всех детей Ларисы Ивановой,
значит, котлеров 7 числа. Международной семьи. Да, ну, ну на да. самом деле так и есть, потому что из предыдущих проектов, из других и разных, и все люди сейчас в этот проект перетекают. Да, у Ларисы очень много детей, ну, в хорошем смысле этого слова, друзей, последователей, партнеров. Вот. И вот для нашего командного такого сообщества более узкого 7 числа, то есть сегодня уже 4, через 3 дня стартует школа Виталия Котлярова. Это традиционная летняя школа, где есть разное по длительности обучение, но оно все заканчивает не позднее 1 сентября. То есть в летний льготный период, когда мы отдыхаем, когда у нас есть время, когда у детей каникулы там и так далее, мы немножко онлайн занимаемся на результат, друзья. Для нашей команды обучение будет бесплатно. Однако я не хочу делать из знаний культ. Но чтобы не было такого, что бесплатно, это значит на шару и можно наплевательски относиться, кто не будет выполнять требования и идти в ногу с группой, я буду просто из школы отчислять. Да, я очень строгий учитель, потому что это касается ваших результатов. Многие люди считают, бесплатно это шара, можно записаться и не ходить. Значит, останутся только те, кто будет инвестировать свое время и свой труд в знания, в самого себя. Понятно. Для других партнеров World Travel Club это обучение будет платным за очень умеренные деньги, но за символические, но за деньги. Вот. Для тех людей, которые вне нашего бизнеса находятся, это обучение будет стоить дорого. Вот. Ну, может быть, немножко дешевле, чем альтернативное у подобных школ, которые существуют сегодня. Но это мой опыт 25-летний в бизнесе офлайн, 5-летний в бизнесе онлайн. Это 35 лет самостоятельных путешествий. Все самое лучшее, что я знаю, что есть в моей голове, я вложил в этот курс. И поэтому это стоит дорого, но если вы за это заплатите дорого, то вы получите для себя сверхприбыль и сверхрезультат в любой нише, в любой сфере, которой вы прикоснетесь. Это я вам гарантирую, друзья. Это я вам гарантирую, потому что не вы первые и, дай бог, не вы последние. Вот. Но это анонс вот нашего обучения, да? Что у нас еще есть? Буквально за сегодня-завтра, вот благодаря тому, что мы собрались лично, можем положить на стол листочек бумаги, мы можем спланировать, наконец, хотя бы приблизительные наши командные поездки, групповые поездки партнеров клуба до конца этого года. Завершается этот год у нас в декабре месяце 10-дневным круизом на суперлайнере, круизном пароходе в Средиземном море. Собираются лидеры, собираются партнеры, собирающие, желающие, верующие, неверующие. Вот, можете к нам прикоснуться, пообщаться, поучиться. Мы подводим итоги уходящего года, обсуждаем наши поездки, радостные моменты, курьезы. Планируем наши действия и координацию на следующий год, потому что следующий год, друзья, для 7 человек ожидает 6 континентов и 5 месяцев путешествия. Мы отправляемся в кругосветку. Это будут люди, которые физически подкованы, социально гармонируют, могут работать в команде и так далее, и так далее. Отбор будет жесткий по многим показателям, но кто попадет в эту группу, ну, таких ощущений, таких впечатлений, это будет ему на всю жизнь. Такого никто нигде не предлагает, и очень немного в мире людей, которые вообще совершали кругосветные путешествия. Это будет земля Франца Иосифа, это будет Шпицберген, это будет Берингов пролив, это будет все континенты, включая Антарктиду, и Арктику, и Антарктику, все будет. Поэтому 5 месяцев не в режиме нон-стоп перелета, а в режиме пожить недельку-другую в одной стране, в другой, познакомиться с людьми, познакомиться с археологией, историей, культурой, кухней. Вот в таком спокойном, размеренном режиме, не как туристы, а как местные жители, мы будем изучать нашу любимую планету. Это будут репортажи, я думаю, что мы подпишем контракт с каким-то туристическим порталом или изданием, может быть, это будет National Geographic, может быть, еще какая-нибудь
там телепередача, программа. То есть это будет коммерческий такой проект, в том числе мы снимем шикарный фильм, мы напишем не один блог, каждый из вас станет и блогером, и влогером, и медийной личностью, и узнаваемой, будете давать интервью. Путешественником. Да, будете давать интервью, автографы, то есть вы станете, ну, вы, в общем-то, изменитесь во всех отношениях. Ну вот приблизительно так, друзья, мы видим сегодня, мы думаем о завтра и строим вот такие ближайшие планы, но это уже, друзья, 19-й год. Ну, к сожалению или к радости нашей, в мире туризма, если мы хотим, чтобы это было без переплат, чтобы это было комфортно, это все делается заблаговременно. Ну и, конечно, заблаговременно готовятся команды, готовятся программы. Вот, потому что это и здоровье, это и обучение, это и личностный рост, это все вместе, это все без напрягов, это все в удовольствии. И когда оно вот так вот заранее планируется, оно, конечно, так и получается. Ну, не хочу доминировать, время истекает. Я хочу буквально пару слов предоставить Ларисе Ивановой, потому что она уже, бедная, устала улыбаться. Ну, мы же все говорим честно, поэтому... Лариса, вот скажи, за последние два дня какие у тебя чувства, эмоции, что-то ворвалось вот в твою жизнь, может быть, что-то случилось, произошло? Расскажи ребятам с нашим появлением. У меня вообще много чувств, много эмоций. Вчера была в Лендворце, там натанцевалась и такая вниз спускается. Меня даже ждут, ждут меня. Я так обрадовалась, классно все. И мы поехали на Соленое озеро. Спасибо, Кать. У нас такой навигатор есть. Проснуться как раз, да. Это необходимо было. Вообще классно провели время. Вообще энергии в последнее время просто, я не знаю, как мячик, не знаешь, куда девать. И главное ее направлять нужно русло, главное жить в позитиве, чтобы был кайф, был драйв. Вот, и я рада, что вот благодаря путешествиям у меня очень много друзей, эти друзья по всем городам, по странам. И приезжают, и онлайн, и все, что хочешь, да. Да, это, конечно, классно, кайф такой. Мы сегодня 5 утра. Я привыкла, благодаря тренингу «Игра жизни», я стою до 6 утра. Это уже долго, это уже сформировалась привычка, потому что раньше я ложилась в это время только спать. А сейчас я уже раньше просыпаюсь. Но сегодня вот из этих кадров получилось, что мы уже в 5 утра мы уже были на ногах, и мы уже бегали по набережной. И мы там омывались в воде. Да, в святом источнике. Ну, в общем, конечно, классно, круто. Время проводим, да, действительно, хохочем. Интересно очень. Ну, на самом, друзья, пользуясь случаем, я, конечно, хочу выразить очень теплые слова Ларисе и от себя, и от Катерины, и за тех многих друзей, партнеров и просто людей, которые побывали в ее гостеприимном доме. Вы знаете, такого открытого, щедрого, доброго, отзывчивого человека – ну, это еще поискать надо. Я просто судьбе вот благодарен, что Лариса вошла в мою жизнь, в нашу жизнь. И это большое счастье просто ее знать, быть с ней, там, не знаю, делать бизнес, путешествовать уже 25-е. Просто общаться, дружить, это просто здорово. И, конечно, я думаю, что мы будем делать однозначно мероприятия, вот такие вот встречи личные, без телевизора. Это может быть любой город. Мы абсолютно свободные люди, можем приехать в любое место и пообщаться, и поучиться, и подружить. Неважно, это, друзья, вкус жизни, к этому надо стремиться. Ты согласна? Перед вами, да, перед вами были две девушки, но с нашего центра, я с ними познакомилась, когда сюда меня попросили, да, принять с Астрахани, потом была Танюша с Астрахани, потом была Женечка с Краснодара. Ну, вот я с ними тут, да, и вчера Женя уехала, приехали вы. Так. Да. Свято место пусто не бывает. Хорошо, друзья, я двигаю камеру. Катерина, ну тебе более сложный вопрос. Как ты можешь охарактеризовать последние 3 месяца своей жизни? Это круговорот. Ну, поконкретнее, это что? Это поездки, встречи, что? Поездки, встречи с интересными людьми. Почему-то всегда... все зависит от того, как думаем. Думаем позитивно, встречаются люди очень позитивные, очень настроенные на позитив, на добро, то есть всегда есть помощь, то есть поддержка, любовь, понимание. Поддержка, понимание, абсолютно точно. Языковый барьер есть? Нет. Где ты разговаривала, как? Расскажи, в Венгрии общалась ты с проблемами? А в Венгрии почему-то стала общаться на английском языке, не знаю, хотя английский вообще не воспринимаю. А в Вену ездили, были проблемы? Нет, не было.
Понятно. Были проблемы только с интернетом, да? Да, были проблемы с интернетом. Хорошо, друзья. Ну, а вот давайте в камеру опять попадем. Мы не хотим затягивать эфир, потому что на самом деле мы как бы очень рады с вами со всеми общаться. И слава богу, что есть такие технологии, которые позволяют нам вот поговорить с вами, ну, хотя бы вот через монитор. Ты скажи правду, почему не хотим затягивать эфир? Потому что мы еще едем на озеро купаться. Да, ну, да, ребята, мы вообще решили, ну, мы живем вот сами так, и мы Ларису вот в свой водоворот, в этот торнадо ее тут затянули, она хочет, не хочет, может, не может, но она же тут вертится, да, тут уже у нее все, осталось только побелить потолок и поменять холодильник, порядок мы там уже навели. Да, не, ну в хорошем смысле порядок, это знаете, как порядок в голове, порядок в холодильнике, это все как бы олицетворяет нашу жизнь, это переход на другое питание, на другие продукты, на другую энергию совсем, это легкость, ну это... Ну за 3 дня килограмм уже скинула. Да, это так, по секрету, это между нами девочками, никому не говорить, 3 дня килограмм. У меня еще шпагат и мостик сам в месяц. Так, не надо нам угрожать. Вот. Поэтому мы можем говорить долго, и мы очень по всем по вам скучаем. Не всегда можем приехать, хотя, безусловно, мы находимся в постоянном движении, и мы все равно видимся, и вы можете к нам приезжать, а мы можем приезжать к вам. Но коммуницировать с большим количеством людей нам позволяет вот такие прямые эфиры. Еще раз делаю маленький анонс. Школа World Travel Club проходит постоянно, и став партнером даже на $7 и на 2 месяца членом клуба, вы можете к обучению двухмесячному присоединиться, которое стоит и дает вам, конечно, много, чем эти очень скромные деньги. 7 числа, через 3 дня, начинает работу школа Виталия Котлярова. Там будет 3 экспресс-курса – месячный, двухмесячный, трехмесячный. То есть она завершится до 1 сентября, да. И, пожалуйста, завтрашний эфир будет посвящен этому обучению на результат. Третий момент. Мы продолжаем наши прямые эфиры. Через 3 дня мы двигаемся в сторону Пятигорска. Это новые встречи, это новые общения, это красоты. Все будем вам передавать в видео, фото. И это утренний кофе. Мы не будем засорять эфир, это будет, наверное, раз в неделю. Но легендарный проект возвращается, и возвращаются ваши любимые ведущие. И моя функция как, ну, скажем так, прародителя, возродителя этого проекта, поменьше себя мелькать в экране, а побольше слова предоставлять вам, новым партнерам, новым лицам, потому что именно в вас кроется потенциал клуба, потенциал этого бизнеса и потенциал нашей новой жизни. На этой позитивной ноте мы будем завершать наш эфир. Еще раз напоминаю, что можете выражать свои мнения обязательно в комментариях под этим видео. Можете писать, что вам понравилось, не понравилось, что бы вы хотели услышать, на какую тему, кого из спикеров, а мы будем стараться для вас в прямом эфире лично. Мы вас очень любим. Любим. Любим, обнимаем. Обнимаем. Мы в каждого из вас верим, мы ждем ваших результатов, и все, что зависит от нас, пожалуйста, обращайтесь. Мы работаем в режиме 24/7. Мы для вас всегда открыты. И там, где мы, всегда классно. Да. На этом пока-пока. Увидимся онлайн. С вами был пока-пока. Виталий Котляров, Лариса Иванова, Катерина Кабанец. Пока-пока. Пока-пока. До встречи.